Начинается церемония подписания документов. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписывает указ президента Российской Федерации о признании Донецкой Народной Республики. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписывает указ президента Российской Федерации о признании Луганской Народной Республики. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и глава Донецкой Народной Республики Денис Владимирович Пушилин подписывают договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и глава Луганской Народной Республики Леонид Иванович Пасечник подписывают договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой. Церемония подписания документов завершена. Поздравляю вас.